Доброе утро, дорогие друзья. Ну что могу вам сказать? Нижнее белье Кате подошло. Она вчера целый вечер мерила. Да, подошло, понравилось да, тебе? Все отлично, все супер. Я очень довольна. Мне как раз нужен был черный, кстати, черный комплект. Поэтому вообще я очень рада. Спасибо моему Ильёву. Катя также покрасилась. Не знаю, видно вам или нет. Немножко она почернела, совсем чуть-чуть. Ну чуть-чуть. Не совсем чуть, кстати, если вы посмотрите. Каштановый, чуть-чуть совсем. Ну ладно, к Новому году вся будет в черном, нижнем белье, в платье и в волосах. Платье у меня, кстати, не черное, не буду говорить, какого цвета, даже женщина еще платье. Вот это секрет, вот да. Это интрига. Вы увидите потом, это во влоге. В Петербурге под Новый год светит солнце. Мы такие счастливые, что видим солнце. Ну, это у всех жителей Питера так, потому что здесь солнце, наверное, дней 20 в году. Ну, зимой очень редко солнце. Но сейчас морозик есть, кстати. Вот вчера было тепло, вчера, позавчера, последние 5 дней было очень тепло. Сейчас вот чуть-чуть небольшой морозик есть, но 31-го обещают плюс 5, прикиньте, плюс 5 градусов. Обалдеть. Идем запаковывать родительские подарки. И покупать мне какую-нибудь куртку дешевенькую, потому что это уже порядком износилось, и я уже выгляжу как бомж. Катя бегает, выбирает мне куртки. Да? Да. Вон, ну, она продажник, да, на платье продает постоянно. Я вот так же хожу постоянно всем. А вот это померьте. Ну, давай померю. Ну, мерить. Надо проверить, она без этих. Все проверяй тщательно. Как у меня девушки платье проверяют. Сидят, стоят. Вроде целое, все нормально. Покупочкой. Да, Кутимотин. Так он какой-то помятый, нет? Ну, выгладим, у тебя же муж утюг почистили. Будем гладить, значит. Только надо очень аккуратно. Может, давай ровные купим? Они обе помятые. Нет, одна не мятая. Какая не мятая? Которая без бирки. Так вот она, без бирки. Вот это? Вот это без бирки. А-а-а. А вот это с биркой. Она еще хуже. Как из жопы. Все. Все, купили мы с Катей мне куртку в большом пакете. Самое интересное, что она запеликала на выходе, как будто мемуары. Знаешь, как бывает, идешь в магазин, ничего не берешь, выходишь через эти турникеты, и тебя все время, ты вроде как ничего не взял, но чувствуешь себя виноватым. У меня, кстати, один раз такое было, я пошла в Мойзес, просто посмотреть, что там появилось. Ну и смотрю, смотрю, потом выхожу, у меня, прикиньте, пилигри, ничего не взяла. Ко мне охранник подходит, девушка, откройте суп. Я так и стою. Так что родителей я уже встречу в новой куртке, а вот эта старенькая синяя будет на случай каких-то морозов. Морозов, потому да. Что вот эта она не очень теплая, а вот эта, она, видите, она с такой на меху. С мехом, поэтому это останется на минус там 30, минус 20, если будет, а это будет сейчас как раз. Сейчас как раз будем искать место, где родителям запакуют подарки. И потом поедем. За шавермой. Что-то мы соскучили, захотелось шаверма нам под бокальчик пенного. Погнали? Поехали. Поехали. Oh,
Сейчас после удачного шопинга очень сильно захотелось покушать. И нет в мире более прекрасного места, чем шаверма с пенным напитком. Но пенный напиток я не буду брать. Просто покушаем шавермы и побежим уже дальше. Катя будет делать себе маникюр, педикюр. А я буду подстригаться, потому что я уже как чмо. Ах, вкусная шаверма. И 5 минут, как мы съели всю шаверму. Остался мусор. И моя мечта открыть в Витебске такую шаверму вкусную, потому что то, что делают сейчас в Витебске под видом шавермы, это просто фуфло по сравнению с нормальной питерской шавермой. Да, Катя? Я не знаю, не пробовала Витебск, но у нас просто Виталик, он брат Женьки, да, он говорит, что гадостная шаверма. Вот вам бизнес-идея. Открывайте возле вокзала шаверму. Виталий, предлагаю второй бизнес открыть. Шаверму. Yeah. Попрет 100%. Люди всегда едят. Особенно на вокзале. Ну, но единственное, вот надо открывать, знаете, не такой вот шаверму, знаете, какую-то забегаловку маленькую, а вот именно вот такую вот, как ресторан. То есть, где нужно посидеть, это реально удобно. Потому что так вот мотаться, знаете, брать эту шаверму, потом сидеть, извините меня, на крыльце на каком-нибудь, да, как-то не очень хорошо. Лучше так с плазмой, с Wi-Fi, все такое. Ha ha ha.